Без воды остались жители Талгара Алматинской области. Непогода внесла коррективы в систему водоснабжения. Основной источник воды – горная река замерзла. Ледяные заторы затрудняют пропускную способность на водопроводных сетях. Сейчас на месте круглосуточно дежурят бригады коммунальных служб. Они устраняют проблему. И вот как нам прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы акимата Алматинской области Галымурат Жукель. Проводятся круглосуточные оперативные работы по устранению сложившейся ситуации. Здесь ситуация такова, что замерзает горная река, именно водоотвод через реку Талгарка. Там работают две бригады, которые ежечасно сменяют друг друга, так как погода холодная. Каждые 15 минут проводится мониторинг подачи воды. Вдоль реки Талгарка привлечены дополнительные силы и средства, это техника и люди. Они сбивают искусственные плотины, созданные ледяными наростами. И в связи с этим уже определенное количество воды уже добавляется в русло реки. Ситуация находится на контроле.